В Армении все больше граждан начали задавать себе вопрос, а зачем было воевать за Карабах? Ведь из-за территориальных претензий прекратились отношения с соседним Азербайджаном, что привело Армению к экономическому тупику. В то время как армяне Армении бросались на убой в качестве пушечного мяса во время 44 дней войны, карабахские армяне убегали кто в Россию, кто в другие страны с началом первого выстрела. Как передает ДАС, несколько дней назад вице-спикер парламента Армении Лена Назарян выступила с заявлением о том, что идеи реванша через несколько лет мирной жизни являются неприемлемыми. «Я считаю это мышление регрессивным и вредным. И хочу, чтобы мне пальцем показали, за счет чего 18-летнего сына они хотят это сделать», — отметила она. Данное выступление Назарян вызвало ажиотаж в соцсетях. Журналист-блогер Роман Багдасарян сделал публикацию в Facebook, где поддержал Назарян и отметил, что армянские дети не должны умирать в Карабахе. Багдасаряна в комментариях атаковала некая Лаура Аброен, проживающая в России. Она призвала к войне и реваншу, однако тут же вызвала на себя шквал критики других армян, проживающих в России. Скриншоты возмущенных говорят сами за себя. Вывод вышеуказанной дискуссии говорит о том, что некоторые армяне наконец-то осознали пагубность всей ситуации, которая возникла из-за захватнических идей их руководителей. Осознали то, что нельзя посылать своих детей воевать на чужие территории за чьи-то личные интересы.